закрывают все большие души на замки. Они за дверью и не отвечают на звонки. И я стучу к ним, чтоб не сдались, ведь я благодарен, что ко мне когда-то достучались. Всем привет, мы тандем из города Киев, Энди и Марул. Мы здесь для того, чтобы показать, что может наш город. И мы хотим быть услышанными. Все большие души на замки, чтоб окончательно не поломались позвонки. И я стучу к ним, чтоб не сдались, ведь я благодарен, что ко мне когда-то достучались. И я достучусь. На меня кидали те, кому я доверял, а кого верно любил. Сука, ложь по живому резала, как будто бы металл она засела в груди, будто нож. Под ногами города я шел и понимал, у меня нет ничего. Тупо шел, шел и понимал, у меня нету никого. Суки, дури, порошок, это пилюли, но не те. Так хочется полета, но тебе не полетит. Брат называл братом, а в итоге пиздел. Похуй ты, что вместе попадали в отдел. Тупо пёкся, а падали, в итоге погорел. Люди говорили, верь, я не доверял. Не могу доверять, ну покажите как. Ну как это у вас, покажите же лекало. Мое время текло, вперед и шли дни. Мне мои люди открыли глаза. Я сейчас живу лишь ради родни. Все ради них и ни шагу назад. А время текло, обиды прошли. Я полон силы, решительности, не боюсь ничего. Обиды прошли, ты меня слышишь, я правда простил. Yeah. Я давно пытаюсь достучаться до людей, но в головах и брони двери. Они лишь короли, и рядом с ними королева. Никому не надо верить, ведь они тебе не верят. Мир от этого сереет. Лишь одни сирены красят тачек сине-красным цветом, будто фонари. Мусор хаботится, постоянно норовит. И далеко ходить не надо, только пальцы помани. Может достучаться, помоги. Надо становиться на ноги, follow me. Мы будем держаться за руки, парами. Кто мешает, умножаем на нули. Падали, тоны падали, голова болит, налови. Куря размышлений по поводу, как же достучаться пацикам к любимому городу. То, что достается сразу, тупо делится поровну. Есть, что поставить на встречу вашему гонору, я живу ради матери, бати и братьев, ей. Мы не любим работать, но любим потратить, зарабатывать и тратить. Уверен, положим судьбу на лопатки, Нам нужны наши бабки, нам надо забрать их, ей. Боль закрывает все большие души на замки, чтоб окончательно не поломались позвонки. И я стучу к ним, чтоб не сдались, ведь я благодарен, что ко мне когда-то достучались. И я достучусь. Спасибо. Спасибо. Ну, на спасибо, как говорится, далеко не уедешь, на хлеб не намажешь. Скажите, пожалуйста, уважаемые члены жюри, что будем делать с парнями? Начнем мы вот с Василия, неожиданно переиграем так. Василий, сразу с вас. Очень понравилось, вот как первый МС помогал второму, когда где-то были какие-то сложности. Мне на самом деле понравился, молодец, как говорят у нас в Санкт-Петербурге, очень легко. На самом деле, я говорю, да, все, ну все в целом, и музыка, и исполнение, и текст, и сплоченность. Я говорю, да. Один голос улицы у вас уже есть. Александр, скажите. Ребята, а сколько вы вместе читаете вообще? 7 лет уже. Вот оно и видно. Охуенно. Спасибо. Палец вверх. Кстати, это первый коллектив, который показал реально, ну, на работу с битом, то есть как бы домашнее задание хорошо сделано. Это потому, что на твой бит, а не на мой, да? Ну, он разбирается, да, в этих ситуациях. Шикарный конечно, спасибо. Бит. Спасибо. Спасибо, друзья. Айза, ну, резюмируем, в принципе, 2 за. Как тебе, парни? Представляю, что вы волнуетесь, потому что это все равно конкурс. Но мне понравилось, ребят, какая конечно, милая, да. Аплодисменты, Айза. Да? Просто... Это что, тройное за? Да, да, да. Аплодисменты! Спасибо. У нас в зале есть девушка, мнение которой мы бы хотели тоже выяснить. Балерина,